Новый Хабаровск – укрепленная крепость, состоящая из хорошо защищенных от внешней среды наземных строений и подземного комплекса. Наземная часть состоит из гигантской башни, о которой известно лишь то, что она является резиденцией правительства убежища, и противорадиационного купола, закрывающего собой некоторые стратегические производственные здания и являющегося основным входом в убежище. Помимо основного шлюза на поверхности, в убежище есть еще несколько шлюзов, выходящих из подземного комплекса в разные районы города. Основная часть выжившего населения живет в подземном комплексе, который чаще называют подвалами убежища. Среди выжившего населения постоянно ходит волнение, что содержание людей в подземном комплексе осуществляется на очень низком и часто унизительном уровне. Спустя 30 лет после войны экология практически перестала быть опасной, но и ресурсы города практически истощены, а сам город приходит в упадок. Ребята, заноси сюда. Все, ставьте здесь. Да ладно, чистый я, чистый. Я знаю, что ты чистый, но инструкции есть инструкции. Это сейчас можно спокойно гулять на убежище, а несколько лет назад сам знаешь, что было. Так что давай, не сопротивляйся. Что в ящике, кстати? Немного консервов и 22 литра бензина. Ты, кстати, заметил, что главный шлюз по поверхности не работает? Это все из-за проблем с топливом. Из-за этих ваших проблем нам пришлось крюк в полгорода закладывать. А вы получше топливо ищите, тогда ваших проблем не будет. Так, ладно, чистый. Все, проходим. Привет, полковник. Встречаешь лично? С чего это такая честь? Через 10 минут у меня в кабинете. А по рации было нельзя? Нет, нельзя. Проходим, тоже чисто, не выгораживаем. Хочу с вами полдня возиться. О, Артур, привет! Алекс, привет! Что, как попал? Да ничего, просто не попадет. Рассказывай, как ты без меня. Да нормально. Пойдем, пройдемся, расскажешь. Иди,
перебой бетонных подставок, и багажное давление будет отрезвляться только в ночное время суток. Отопление начали местами отключать. Мерзнем немного. Это все из-за нехватки топлива. Слушай, давай я отпишусь, тебя приду. Встретимся наверху, и там мне все расскажешь. Да. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Ну а что? Топлива не хватает. Практически все ресурсы переходят на обеспечение правительственной башни. Сейчас даже нижние уровни стали отключать. Я тебе больше скажу. Я давно считаю, что пора выходить за стены и жить снаружи. Да, есть небольшая радиация. Есть светящиеся дожди, но они кратковременны и мало опасны. А город разваливается. У меня вообще складывается ощущение, что мы здесь живем и работаем только ради башни. Скоро они ради своего благополучия разберут все нижние уровни. Офицер по энергетике, ну, тот, у которого я сейчас работаю, точно так же считает. Так, подожди. А как жить за периметром, если земля, вода, это все еще заражено? Еще непригодно для жизни. Ну да, заражено. Но у нас есть главное. Есть воздух, которым можно дышать. 10 лет назад у нас не было и этого. Пойдем к Артуру полковнику. Будет у тебя возможность прогуляться за периметр. Пока не будет данных по последней операции. Хотя бы десяток толковых парней. Пока у меня не будет данных по последней операции, не выпущу ни одного человека за ворота. Ну что, на самом пойти, что ли? Получается, что так. Вызывали полковник? Заходите. Кого ты там притащил? Рекрут. Значит так, Алекс. Вчера в этом квадрате мы перехватили сигнал от 200. Необходимо пойти проверить. Так отправьте туда спасательную группу, как мы всегда делаем. Все равно к утру там будут одни жмурики. Ничего не выйдет. Сверху пришло новое распоряжение на второстепенное задание в целях экономии живой силы. Можно отправлять волонтеров и даже в одиночку. Даже прислали на помощь этого перца. Ну ты же знаешь, я в гробу видел такие приказы. И никогда в одиночку никого не выпущу за ворота. Поэтому, Алекс, ты пойдешь с ним. Не получится, полковник. Мы с моими людьми нашли автозаправку вот в этом районе. Хранилище почти полное. Топливо у нас в приоритете, вы же знаете. С минуты на минуту отправляемся туда. Тогда ты, рекрут, отправляешься с ним. А ты, турист, наизнанку вывернись, но приведи мне обратно его живым. Плохая идея. Мне это не нравится. Ты его сюда притащил, теперь он под моей юрисдикцией. И мне решать, кого и куда отправлять. Все, все свободны. Алекс, останься. Я подражу Ярте. Все будет хорошо. Держи, она тебе пригодится. Здорово, парни. Времени нет, поэтому заверните нас с собой. Ха, не торопись так, турист. И вообще, между прочим, я первый раз тебя вижу. Прием закрыл, как слышишь меня? Это начальник поискового отдела Никитин. Команда 6 миллионерцев их потеряли. Дай отчет, какое оружие и амуницию они брали со склада, чтобы мы отчитали полковнику о потерях. Как принял? Да принял, я принял. Ха, я еще вчера вечером принял. Давай сюда свои документы. Что у нас тут? Значится волонтер и молокосос. И за каким лешим вы туда претесь? Помогаем малочисленным силам нашей армии. Армии? Ты про тех коллег, которые шлюз охраняют? Откуда так много иностранного оружия? Да во время войны кого тут только не было. Американцы, англичане, японцы,
Некоторые подразделения до сих пор в пустоши действуют. Иностранные военные? Делами на полигоне заведует полковник. Если тебе интересно, можешь спрашивать его. А ко мне не приставай с такими вопросами, и без тебя дел хватает. А вы оружием-то вообще пользоваться умеете? А что, остался еще кто-то, кто не умеет? Успокойся, не дрейф, все будет нормально. Может. Тебе не кажется, что ты сейчас отправил пацана на смерть? Посмотрим. Собирайся, Алик. Кто-нибудь, подсветите выход, ни хрена не видно. Время отвечает, включено освещение на выходе. Пожаловать в старый город. Нам туда. Стой. Сюда не нравится мне это место. Ты давай иди, а я обойду.
Пожалуйста! Все, тебе капец, патроны все равно когда-нибудь кончатся. Чё сидишь? Давай обыщи другого. Все, пришли. Место радиосигнала здесь. Иди, погуляй. Твое дело. Сиди и наслаждайся пейзажем. Thank you.
Какого черта здесь происходит? Не стреляй! Пожалуйста, не стреляй! Посмотри внимательно на своего напарника. Если бы он был жив, тебя бы уже давно не было. С чего ты это взяла? С каких пор вам выдают такое оружие на простые задания вблизи города? И вообще, посмотри внимательно на этого человека. Ты хорошо его знаешь? Откуда ты знаешь? Какое оружие нам дают? И кого я должен, а кого не должен знать? Это не я. Это все друг. Кстати, от этого твоего напарника тебя тоже он спас. Это я вчера подавала сигнал о помощи. Это мой инцидент, вышли проверять. На нас с отцом вчера напали. Перед гибелью он отдал мне жесткий диск и сказал, что больше никому нельзя доверять. И, кстати, этот друг передал, что тебе больше нельзя возвращаться в город. И еще, что тебе можно верить. Пойдем. Пойдем? Куда пойдем? Давай вернемся в город. Я знаю много хороших людей. Нам помогут. Ты смеешься? Вчера убили моего отца. Потом чуть не убили меня. А сегодня едва не убили и тебя. И заметь, все, кто приходит сюда убивать, приходят из твоего города. Ты все еще чувствуешь себя в безопасности после встречи со мной и зная причину всех бед. Ладно, я осознаю степень опасности. Но куда мы сейчас пойдем? Нам нужно самим разобраться с этим. А так как это жесткий диск, нам надо найти место, где его прочитать. Вообще-то, я ни разу не был за пределами города. Отлично, маменькин сыночек. Ты как хочешь, а я пошла. Постой. Я работал в шлюзе и встречал каждую экспедицию. Ознакомился с многими людьми. Мне много рассказывали о местах вокруг. Тут есть, ну, что-то вроде перевалочной базы наемников и контрактных рабочих. Там есть бар и мотель. Так вот, хозяин этого бара часто наведывался к нам и всегда интересовался компьютерами. Я думаю, к нам к нему. Шли из города Морской на полигоне 25 с курьерским заданием в город на полигоне 27. Я ничего не знала о важности нашей миссии, а мой отец, видимо, знал. Но мне почему-то он ничего не говорил. Отец был лучшим солдатом у нас в городе. Наверняка взял меня с собой якобы для прикрытия. Мол, раз с дочерью идет, значит, ничего важного. Да и, в общем, до вчерашней ночи у нас не было проблем. Наверняка он не рассчитывал на такой исход событий. Хотя меня сразу смутило то, что нам запретили пользоваться рацией. Да уж, довольно странная скрытность для простых курьеров. Мы шли уже 15 дней, а этой ночью за нами погнались солдаты без опознавательных знаков. Отец пожертвовал собой. В момент погони я отправила сообщение о помощи, что, по идее, делать было нельзя. Это что ж получается? Мой напарник целенаправленно шел за тобой, а я был так, никому не нужным свидетелем. Получается так. Если бы Алекс был бы здесь, он опытный солдат и еще командир целой команды по спецоперациям. Но он ушел на заправку. Ее координаты, к сожалению, я не знаю. Автозаправку? Ну да. Ребята наткнулись на хранилище с почти полными баками топлива. Полные баки топлива? Нужно быть огромным счастливчиком, чтобы на такое наткнуться. За весь наш путь мы с отцом наталкивались только на пустые баки на заправках. Да уж, ну да. Все бы хорошо. Только почти все эти ресурсы, выкачанные из этой заправки,
Придут на поддержание правительственной башни. У вас еще и башня есть? Привет, затвор. О, здорово, полковник. Случилось чего? Те двое, которых я к тебе присылал, еще не вернулись? Вам-то надо лучше знать. И вообще, тебе не кажется, что тот пацан слишком молод для такого задания? Так надо. Эй, боец, ко мне. Ну вот и бар. Почти пришли. Слушай, а мы точно сможем открыть там наш жесткий диск? Ну да. Там главный, Семен. Он хороший друг Алекса. Да и вроде никогда не подводил. Ну, раз никогда, пойдем. Никто нас не посылал. Мы в одну заварушку попали. Идти нам, к сожалению, больше некуда. Как-то некуда? Я тебя не понимаю. Так, пойдем со мной поговорим. А ты, девка, здесь останься. Я тебя не знаю. Пойдем со мной. Я был на задании с одним незнакомым человеком. Мы должны были проверить сигнал СОС. Мы пришли на место. Мой напарник оказался киллером. Чуть не убил меня. На месте была девушка, та, с которой я пришел. Ей в руки попал диск с информацией, за который сейчас, видимо, много кто охотится. Я знаю, у тебя есть возможность прочитать эту информацию и узнать, что на диске. Но прочитать этот диск можно и у вас в городе. Нам туда нельзя. Биться шел из нашего города. Нас там уже ждут. Ну, конечно же, я помогу тебе. Боже мой. Так, пойдем. У меня есть все для того, чтобы прочитать этот диск. Шанс восстановить наши земли. Технология находится на вашем полигоне.
но мы не можем открыто действовать в чужом секторе. Поэтому я посылаю лучшего человека под видом почтового курьера, чтобы он влился в ваш отряд и оказал всю необходимую помощь в поиске технологий. Удачи вам. Семен, ты же можешь связаться с Алексом? Мы же давние знакомые. Когда убили моего отца, я возненавидела тех, кто послал нас на это задание. Я проклинала этот диск. Но теперь я понимаю. Нельзя допустить то, чтобы этот диск попал в чьи-то чужие руки. Тем более, отец отдал жизнь за это. Вот что. То, что мы сейчас с вами увидели, достаточно серьезно. Вам с этим в пустоши появляться ни в коем случае нельзя. Так что мой дом, ваш дом. Поешьте, отдохните, а я пока найду способ связаться с Алексом. Извиняюсь за беспокойство. Семен вышел на связь. Он сказал, что детвора у него, и он придержит их столько, сколько нужно. Очень хорошо. Пошлите туда кого-нибудь. Есть. Да-да-да-да-да. Некуда идти. Давай-ка пойдем с тобой поговорим. А ты? Лиза, это ловушка, нам нужно выбираться отсюда. Черт, как и знала. Не так быстро, господа. Семен, твою мать, ты реально думаешь, что ты останешься в живых после того, что ты видел? Артур, я бизнесмен, за эту информацию мне спишут много-много прошлых долгов. Да пошел ты! Все равно далеко не убежишь. Это помогло!
помощи ждать больше неоткуда. Кажется, нам самим придется идти туда. Что? Думаешь, справимся? Ничего. Справимся. Ладно. Нам нужно идти дальше. Да, пойдем. Пошли. Те юнцы, которые здесь были, ты хотел продать их. Кстати, копию диска мы нашли. Возьми меня с собой. Ты же меня знаешь. Нет, Семен, ты всех нас предал. Парни, соберите с черного отряда форму и амуницию. Теперь они – это мы. Произошла перестрелка, и наша группа не выходит на связь. Однако источники вне бара сообщают, что они продолжают преследование. Это что, большие сильные дяди не могут справиться с детьми? Вам что, бесплатные консервы надоели? Я все понял, сделаем. Смотри, как красиво. Да. То ощущение, как будто и войны никогда не было. Похоже, надвигается небольшое радиоактивное облако. Чего? Это опасно? Ты не сказал бы.
но лучше перестраховаться. Хорошо. Thank you.
Лиза! Артур, расскажи мне про своих родителей. Я почти не помню их. Когда мне было 10 лет, они погибли. Но у меня осталось несколько фотокарточек и записка о том, что поиски прекращены. Так что мои родители не дают о себе забыть. А еще наши родители не дали нам забыть о том, что когда-то эта планета была прекрасной. Что на ней никто и никогда не дрался за последнюю банку с тушенкой. Отец часто рассказывал мне о том, что раньше мы могли путешествовать где и когда угодно, даже не имея за спиной оружия. И что вид из окна не был сплошными руинами и свалкой. Скоро мы совсем одичаем. Этот образ жизни станет для нас нормальным. И нам будет плевать на то, что мы стали похожи на диких животных, которые дерутся друг с другом, не имея никаких чувств и эмоций. Или это конец? Конец всей человеческой цивилизации. Я понимаю тебя, Лиза. Мы выросли в этом мире. Для нас все это уже становится нормой. Но это неправильно. Беда в том, что основной массе людей перемены уже не нужны. Наши усилия могут быть напрасными. Нет, не напрасны. Мы должны быть сильными. Именно благодаря сильным людям эта планета до сих пор жива. Но быть сильных очень сложно. Ведь на пути нам не встретить поддержки, лишь непонимание и людей, которые давно уже с этим смирились. И лишь от нас с тобой зависит, пойдем мы до конца или остановимся на полпути, так и не достигнув желаемого. Все зависит от нашей силы. Слава Богу, наше поколение еще не совсем смирилось с этой жуткой действительностью. И у нас еще есть шанс что-то изменить. Вот только загвоздка в том, чтобы дать людям шанс, нам придется через них же пробиваться. Что ж, будем прорываться.
возьми. Эти маршруты мы их не догоним. Попробуем обойти и перехватить их на вентиляционных шахтах. Мы выполняем. Принадлежим ни одной из группировок. Мы просто шли домой и заблудились. Мы не против вас. Зато тут все против вас, как ты уже понял. Знакомые лица. Я предлагаю тебе сделку. Отдай диск, я убью быстро и безболезненно тебя и твою подружку. Недавно растерзание той толпы. Все это будет не зря. Yo.
Зря теряем время. Даже если они сюда дойдут, они не найдут вход в бункер среди этих кораблей. Нам-то что, приказ из приказа стоим, да стоим. Опа, смотри-ка. Дошел. Дошли. Слава Богу. Это тот самый. Грузи его. Ну, здравствуй, Артур. Тебя ведь так зовут? Артур. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Ты уже понял, кто я? Да. Вы управляющий городом. Ну, как я здесь оказался? Мы же почти дошли. Лиза, где она? Только давай договоримся сразу. Говорить буду я. Ты знаешь, я впечатлен тем, как далеко тебе удалось зайти. Поэтому я даже не отдал приказ убить тебя сразу. Хотелось познакомиться лично. Да и за свои подвиги ты заслужил право узнать правду. Хотя бы ненадолго. Ах, ну да, технологии. Те самые технологии, спрятанные таинственной организацией, способные восстановить планету. Ты ведь за ними шел. А ты хотя бы раз думал, что там? Я шел туда, потому что это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Я шел туда, потому что многие люди отдали жизнь за эту информацию. И за этот чертов шанс. Зачем вы меня остановили? Тихо, тихо. Потому что тебе это не принадлежит. А рассказать тебе, что там на самом деле? Ядерное топливо. Большое количество обогащенного урана. И все. Я открою тебе несколько секретов. Перед войной некая организация, Фонд Вечного Мира, построила во многих городах террореакторы для восстановления экосистемы планеты. Так что искать технологии не надо. Они все здесь. Вот это здание и есть гигантский террореактор, замаскированный под башню. Вот только топлива они потребляют очень и очень много.
Ну, не хранить же его под койками у обычных жителей. Возникло бы очень много вопросов. Вернулся отряд. Они поймали девчонку. Пусть выйдут сюда. Есть. Поймали девчонку? Это же те, кто помогли нам на перекрестке. Перед самым началом бомбардировок правление фонда Вечного Мира назначило меня управляющей северо-восточными территориями. Моей задачей было приехать в Хабаровск, принять завершение строительства террореактора и затеять вокруг него строительство города-убежища. Город-убежище. Ты и вправду думаешь, что он создан для того, чтобы спасти людей? Нет, он создан для охраны реактора. А люди? Люди должны были этот реактор обслуживать. Ну а потом бомбардировки, ядерная зима. Все как и планировалось. Вот только создатели фонда Вечного Мира оказались людьми слишком жадными и передрались. Некоторые из них хотели включить реактор уже через 5 лет ядерной зимы. Я им говорил, нельзя. Но меня не слушали. За такое короткое время люди не успеют соскучиться по нормальной жизни. И не будут относиться к нам так, как верный пес к своему хозяину. Поэтому я неофициально вышел из фонда. Что, если другие запустят свои реакторы? Люди подсбегают отсюда. Ты останешься без своей личной власти. А далеко не во всех городах есть реакторы. Мы кое-что не успели построить, а кое-что разнесли во время бомбардировок. Вот за океаном включили реактор еще 7 лет назад. И эта долбанная баржа и приплыла пригласить наших людей в их новый мир. Хорошо, ребята вовремя отреагировали. Вот как ты думаешь, почему к нам все время хотят вторгнуться жители других полигонов? Им что, нужны наши консервы? Нет. Им нужен террореактор. Их управляющие знают о нем. Но держат свои знания в тайне, потому что тоже состояли в фонде Вечного Мира. Но я не включу свой террореактор до тех пор, пока другие регионы не захлебнутся в крови и голодном обмороке. И тогда я стану единственным богом в этом регионе. И тогда те внизу будут согласны возвести меня в ранг святого. Лишь бы получить немножко места на моей святой земле, свободной от радиации, пыльных бурь и химической заразы. Но, однако, прости. Пришло время умирать. Ты и так забрался слишком далеко. Ну и где девчонка? Даже не думай, урод. Пора заканчивать этот маскарад. Алекс, это ты. Неужели? Вот как. А я-то думаю, куда ты пропал? Так это вы нас все время преследовали. До бара не мы, после бара мы. Я что, все это время был наживкой? Нет, ты был не наживкой. Ты был успокоительным. Будь там отряд Алекса, управляющий действовал бы куда осторожнее. А так, зная, что диск находится у юнцов, все действовали неаккуратно, неосторожно. Поэтому мы пришли сюда, чтобы обвинить вас во всех убийствах
сокрытие технологий, да и вообще заговор против всего долбанного человечества. Ребята, возьмите его. Вы что, думаете, все так просто? Черт! У него мистическая бомба! Идиоты, мясо пушечное, думали просто так взять мой город? Он не твой и никогда не был твоим. Он мой и всегда будет моим, или уйдет в ад вместе со мной. Это из-за него погиб твой отец. Лиза, стреляй! Девочка, если хочешь, чтобы он остался жив, брось оружие. Лиза, плевать, плевать на меня, стреляй, говорю! Это тебе за отца, ублюдок. Я же говорила, ты маменькин сыночек.